Вчера в это время в 4:03 начался обстрел, сегодня в 4:03 то же самое начался. Пошли взрывы, после второго взрыва загудела сирена и в смартфоне, и за окном. И после этого пошла серия взрывов, мы мгновенно стали между стенками, в дверной проем, там толщина стенки, это метр, метр 20, может быть, очень старый дом. Думали, будет безопаснее. Оказывается, со стек окна по стекло. В общем, так. Мужу лицо рассекло, меня слегка. Сразу очень мощный взрыв был, и мы увидели за окном пожар. Очень страшно, очень страшно. Думали, крыша рухнула, но только квартира. Слава Богу, все живы. И соседи живы, и ничего. Слава Украине, все будет добро, героям слава. Воронки нет.